Всем привет! Завтрак сейчас буду делать. Смотрите, в этом халате похоже на Светлану Светличную из бриллиантовой руки, которая стояла и кричала: «Не виноватая я! Не виноватая! Он сам пришел!» Еще вот сюда пуговку мне первомутровую, и самое то будет. Ну согласитесь, прям похож этот халатик. Так, из душа вышла только что. И кто не знает, американцы моются 2 раза в сутки. Но я не знаю, у нас в семье так. Рик утром встает, в душ идет обязательно в 4 утра перед работой. И приходит с работы, обязательно идет в душ. И попробуй у него сын в душ не сходи, это он сразу же заметит. Я помню, он его отправлял, когда в университет, всегда ему говорил: одежду меняй каждый день, в душ ходи каждый день. И как, ну, чистоплотная нация, я это не принижаю там русских, не знаю, не русских всех, просто это то, что здесь есть. И это не важно, мексиканцы, американцы, мексиканцы также очень чистые. Вот когда они проходят мимо, даже целые семьи, у них всегда такая чистая одежда. И они очень любят этот, полоскать белье в этих... А, поваскиватели. И вот они, видимо, одежду в поваскивателях все время делают. И от одежды такой прямо запах, ну вот, этих всех препаратов. Ну, приятно, вот мне нравится это все. И мы также используем, когда белье сушим, специальная салфеточка кладется. И чтобы одежда приобретала вот такой запах очень приятный. Завтра иду на маникюр. Слушайте, так продержался, мне кажется, 1,5 месяца прошло. Представляете, нигде даже не откололось, ничего. И этот маникюр, он дороже, чем гелевый там или какой еще есть, пудровый. Держится просто шикарно. Спасибо Кристине, сказала мне про это, дала мастера. Ну просто дорого, но, блин, вообще классно. Так, ну что, я приехала в Америку. И как вы думаете, что я тут стала есть? Авокадо? Оно шикарное здесь, просто шикарное. Что-то вот это какое-то не очень мягкое. Я уже целую упаковку съела. И тут увидела, завтрак сделали с авокадо. Вот хочу сейчас попробовать. Ну, нормальное. Смотрите, прям такое маслянистое, зелененькое. Никаких прожилок вот этих нету, волосяных. Ну, конечно, оно здесь очень классное. Так, косточку убираем. Вот так вот сделаю. И хочу сделать авокадо с яйцом. Чтобы побольше было здесь ямочка. Вот такая. Вот это лишнее авокадо надо убрать и залить сюда. Сейчас съем. Желток. Так, вот так вот делаем. О, прямо такое маслянистое. О, шикарное. Вот смотрите, как-то так получается. Видите, немножко белка добавила и желток. Сейчас поперчу, посолю и в духовку. Все, вот так вот получилось. И я люблю использовать, вот видите, одноразовые тарелки. Потому что я начинаю готовить, вот смотрите, вот это под белок тарелку испортила. Испачкала. Это выскребла лишнюю тарелку, одноразовую взяла. Потому что начинаешь готовить 5-6 тарелок, грязные. Ставить их в посудомоечную машину мне просто Рика жалко. Ну, заполняется каждый день, она такая огромная. И вот он ее полоскает, полоскает. Самой мыть мне неохота руками. Вот одноразовую взяла, пожарила, выкинула. Потом я очень люблю вот такой мягкий сыр с трюфелем. Вот тут со специями такими неострыми. И вот видите, с какими-то поганками. Его очень вкусно с кофе и кофе с молоком. Так вот. Такой кусочек. О, это божественно утречком. С кофе я пью вот козлиное молоко. Сейчас прожуюсь. А то там понаписали, что оно некрасиво я ем. Поэтому... Все, прожевалось. И почему я все время завожу разговор об этом авокадо?
так давно, может быть, присоединился к моему каналу и не знает, в чем эта суть-то вся, что прямо у меня это любимая тема, авокадо. Это было давно, когда я только открыла YouTube канал и приехала в Америку. Видите, тут все с авокадо. Чипсы тоже такие вот, видите? И я пошла работать на Kitchen Petaluma. Это дом для бедных и несчастных. И я помню, что там я в первый раз увидела, что делают с авокадо. Рик у меня не ест муж. Я, помню, туда пришла, и мы стали готовить, это гвакамоле оно называется. Куда чипсы макать, кушать это, они во все блюда это добавляют. И вот я помню, мы эти авокадо там чистили, стояли, я думаю, что за дрянь. Я, правда, я в России никогда его не покупала, не знала ничего о нем. И я помню, пришла, давай делать видео, говорю, вы представляете, вот такие вот авокадо тут есть в Америке. Это уже было сколько, 7 лет назад. Я говорю, смотрите, что они тут только из него не делают. И стала показывать. И мне люди стали писать, да ты что, с луны упала? Мы давным-давно в России едим это авокадо день и ночь. И что ты нам тут Америку открыла, что ли? Показывает, как готовят из этого авокадо. Я, правда, вообще ничего даже не знаю. Даже не знала, что оно дозревает, лежит, что его можно твердым покупать. Оно дозреет и будет готово. И все, и потом я приехала через год в Россию, пошла в магазин и смотреть это авокадо. И знаете, оно лежало вот у нас вот такие вот скрюченные, какие-то твердые, вот такие маленькие плоды, какие-то вообще уже не первой свежести. И цена такая стоит. Я думаю, елки-палки, неужто люди у нас это едят? И вот судя по комментариям, получилось, что все это авокадо едят. И поэтому я вот сейчас поднимаю постоянно эту тему, ну как бы где-то с приколом. Потому что для меня это также все осталось на прежнем уровне. Мои знакомые, родственники, друзья, они авокадо не едят в России. Вот, а здесь его постоянно едят. И поэтому вот я эту тему все время поднимаю. Давно об авокадо не говорила, о любимом продукте российских граждан. Слушайте, ну вот смотрите, сделаю я, конечно, не знаю, что это получилось с самим авокадо горячее. Яйцо запеклось. Но я не знаю, какой вкус будет вот у авокадо запеченного. Мне кажется, я запеченное никогда его не ела. Наверное, все уже ели. Я, как всегда, отставшая от этой жизни. Я как-то его все в сыром виде почему-то в основном видела. Первый раз вот увидела такой рецепт. Но опять как с луны упало. Ну вот показываю. Показываю. Вот такие чипсы авокадо. Знаете, какие вкусные. Во рту рассыпаются и тают. Очень вкусные. Вот такая упаковочка. Вот смотрите, что яйцо выпало. Смотрите, что получилось. Ну вот оно как бы как задервенело, что ли. Ну, я не в восторге. Вот так вот, видимо, надо это цеплять ложкой там или чипсом. Вот видите, оно как вареное получилось. Ой, неудобно показывать. Вот такая структура. Видите, как вареное. Вкус-то вроде такой же, но у него пропала эластичность и как вот жирность, такая маслянистость. И я не в восторге. Честно, мне сырое гораздо больше нравится. Ерунда это все. Так, мой вам совет. Не портите авокадо. Это я рецепт нашла в Инстаграме от русского врача, которая вот посоветовала это приготовить. Гораздо лучше просто пожарьте яйца и порежьте вот это авокадо отдельно на тарелочку. Это просто испорченный продукт. И учитывая, что он стоит дорого в России, 80 рублей, по-моему, вот одна штучка. Ну, представляете, это если каждый день по 80 рублей покупать, 8,7, 560 рублей, 560 на 4, это 2 с лишним тысячи рублей тратить в России на вот это вот дело, и еще испортить при зарплате, там, я не знаю, вон в садике получает воспитатели 14 тысяч рублей. Даже при 30 тысячах, знаете, отдать 2 с чем-то тысячи за авокадо, это, конечно, очень дорого. Поэтому вот не смотрите на тот рецепт, если увидите, ерунда, испортила целое авокадо и 2 яйца. All right, all right, all right.
Okay, okay, okay. Stupid that day.